Глядя на сотрудницу отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Чебоксары Екатерину Токмакову, кажется, что ее сутках больше 24 часов. Помимо службы, которая, конечно же, занимает основную часть времени, в ее жизненном графике обязательны и занятия спортом, не самым распространенным среди женщин. Бодифитнес – это вид спорта для сильных, дисциплинированных, сумевших преодолеть себя людей, создающих красивое тело. У нас работа, я скажу, не такая же легкая, но негатив, да, присутствует. Вот. Занятие спортом именно в тренажерном зале очень помогает снимать стресс, понимать то, что кроме работы есть и другая жизнь. Ряды защитников правопорядка республики девушка пополнила сразу после окончания школы, поступив в Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России. Сейчас за ее плечами 17 лет службы. Свой служебный путь она начинала инспектором по делам несовершеннолетних. Даже побеждала в республиканском конкурсе профессионального мастерства. С 2010 года работает по направлению исполнения административного законодательства в отделе полиции номер 2 УМВД России по городу Чебоксары. Служебные обязанности требуют от капитана полиции четкого знания нормативно-правовых актов. Представлять интересы в судах по делам об административных правонарушениях, работать совместно со службой судебных приставов по взысканию штрафов, сопровождать правонарушителей в суды и специальные учреждения порой требует не только недюжих физических сил, но и моральных. Просто не надо забывать, что ты женщина. Ну и пусть, что в погонах. С негативом, конечно, почти ежедневно сталкиваемся, но мы прекрасно понимаем, что это только работа. У замечательной жены и мамы двоих детей есть еще одна отдушина. В редкие свободные минуты она исполняет песни –